Привет, друзья! Привет, подписчики! Можно сказать, не виделись 100 лет. Сами знаете, работа, деньги куем. Вот сегодня приехал пораньше, показал, ну уже соскучился. Сегодня буду готовить чахохбили из говядины. Ну, как всегда, все расскажу, все покажу. Здесь взял говядину, от пленки желательно очистить. Три луковицы, домашние помидоры, у меня здесь 7 штук небольших. Чеснок, 2 зубчика. Зелень, лучок, петрушка, также сухая зелень. Это лук, это укроп и перец чили резанный мелкий. Так, также водичка и вкусная соль. Полукольцами. Они у меня замороженные. Чеснок помельче. Печка разгорелась. Ставим наш казанчик любимый. У меня на 10 литров. В это блюдо масло добавлять не будем. Покажу, как готовить будем. Казан нагрелся. Отправляем говядину, не добавляя масла. Обжариваем его. Говядину слегка обжарили. Также отправляем лучок. Все вместе обжариваем. Вот такое начало обжарки должно получиться. Дальше отправляем помидоры и обжариваем все вместе. Добавляем перчик чили по вкусу, поаккуратнее с перчиком. Достаточно. Добавим вкусной соли. Все хорошо перемешиваем. Помидоры дали сок. Дальше отправлю чеснок. Дам зеленый лук сухой. Дам укроп сухой. Добавлю воды немного. Прикрою крышкой. Готовим минут 15-20. Ну, соответственно, открываем, мешаем наше блюдо. Огонь убавим. У меня заслонка. А, отлично. Так, 20 минут, друзья, прошло. Чахохбили с говядины готово. Возьмем красивую посуду, то есть лиганчик. Выложим наше блюдо. Обязательно присыпаем зеленью.
в принципе, мясо мягкое, чего я и добивался. Соли, специи хватает. В общем, друзья, вот такая красота. Готовьте вместе со мной в казане, на костре, на природе. Выезжайте также на природу. Пока лето, погода позволяет. С вами был Андрюха Байкал. Всем приятного аппетита. Всем до новых встреч. Пока-пока.